Праздник! Ура! Чтобы запустить импровизированный мозг, ребята должны собрать шестеренки на технологических станциях. Каждой команде присваивается определенный цвет. Для победы важно действовать сообща. Однако это не самоцель интеллектуального квеста. В процессе у детей развивается воображение, умение подмечать детали и новые способности. Мозг запускается не только наш импровизированный, но также и у ребят. Вот. И оставшуюся часть каникул они проводят с запущенным мозгом. Дальше есть станция БИО, где ребята в микроскоп наблюдают срезы органов человека и определяют по картинке. Станция Билл Гейтс на мышление – это игра пятнашки, вот, но непростая. То есть по итогу, как ребята собрали определенную последовательность, они переворачивают, получают код. Вот. То есть по этому коду они могут продвигаться дальше. На некоторых площадках ребятишки и вовсе отрываются от реального мира и исследуют виртуальную реальность. Здесь они не просто школьники, а герои любимых мультфильмов «Страны восходящего солнца». Особых навыков, чтобы подружиться с интеллектуальным луком, не нужно, а вот хорошее настроение приветствуется. Прикольно. Ощущения какие-то необычные. Ну, весело, интересно, узнаешь что-то новое. Круто, классно. Хорошо, что к нам приезжают в лагерь сюда и развлекают нас. Вперед, Артекова, вперед, лагерь наш! Мобильный кванториум в лагере Артекова встречают не первый раз. Руководство туристической деревни еще зимой подало заявку на участие в подобной программе. Так дети могут совмещать приятное с полезным, отдых на природе и открытие новых научных горизонтов. Мы когда первый раз они к нам приезжали, с ребятами разговаривали, у них, конечно, очень много впечатлений. То есть они что-то новое для себя узнают, какие-то интересные новые факты, которые потом они рассказывают и родителям, и друг с другом делятся. То есть, ну, такой очень полезный формат. Поделился впечатлениями Султан Таиров. Мальчик отдыхает в лагере 10-й раз, и каждая смена открывает для него что-то новое. В этом месяце Султана заинтересовала станция Илона Маска. Там мы проходили полосу препятствий. Нам давали телефоны, там надо было ими управлять. Там был трактор какой-то там на гусеницах и еще машина. Нам достался трактор. А вот самая главная машина, мобильный кванториум, отправится дальше курсировать по детским лагерям Ульяновской области. Следующая остановка – санаторий «Идиль». Александра Никитина и Александр Кудряшов. Управда ТВ.